Изобретатель из Анапы одной рукой собрал тренажер для реабилитации после травм. Конструкция укрепляет мышцы и возвращает подвижность суставам. Сейчас житель курорта собирает документы, чтобы запатентовать изобретение. В современном обществе для поддержания хорошей спортивной формы используются тренажеры. В древние времена таких приспособлений не было. Однако необходимость в хорошей физической форме была и тогда. Люди поддерживали форму с помощью подручных средств. Например, для наращивания мышц использовали вес теленка, которого поднимали над собой. В качестве гантели использовали камни. Настоящий прорыв в изобретении специализированных тренажеров совершил уже Густав Зандер в середине 19 века. В Анапе тоже есть свой кулибин. Он придумал тренажер не только для поддержания хорошей физической формы, но и для здоровья. Это механизм – уникальная разработка Ашота Етумяна. Спортивный тренажер основан на принципе декомпрессии. Должен повышать подвижность суставов, позвоночника, а также укреплять мышцы. Первым его испытал сам Ашот. Анапчанин увлекается спортом, бегал по несколько километров в день с грузом. Организм не выдержал сильной нагрузки, заклинило спину. Как говорит изобретатель, тренажер помог решить проблему. У меня движения появились. То есть, если меня переклинило, допустим, да, после работы на этом тренажере, да, то есть у меня появились движения, то есть полностью ушли все защемления. То есть я начал формировать мышцы. То есть этот тренажер, он не только, допустим, убирает защемления, да, или что такое. То есть он закачивает мышечную массу. Вот так. То есть он, это спортивный тренажер получается. Спортивный можно использовать в реабилитационных целях тоже. Все болезни у нас идут от чего? От того, что отсутствие движения, правильно? И чрезмерные нагрузки. То есть моими конструкциями мы восстанавливаем движение и убираем нагрузку. Вот так. Это реально. Ашот придумывает механизмы еще со школы. Первые чертежи отправлял в журнал «Юный техник». Теперь воплощает их в жизнь. Над тренажером анапчанин работал порядка 3 лет. Одно из главных преимуществ установки – его мобильность. Развернуть шатер можно даже на берегу моря. Сейчас Ашот собирает документы для патентования устройства. В плане теоретических аспектов, то, что я знаю про данное, скажем так, изобретение – у него очень большое будущее, большие перспективы. Ну, я имел возможность даже сам опробовать это устройство. Мои личные, даже больше как не врача, а как пользователя, да, этого устройства, довольно перспективное. Задумка, изобретение. У анапского изобретателя также есть идеи в области оборонной и строительной промышленности. Сейчас он работает над созданием еще нескольких тренажеров и планирует открыть свой спортивно-реабилитационный зал. Олеся Давыдова, 39 канал.